Hi, Chamizo. Frankie. Oh, you see, I mean, right here. How are No, you? no, no. Hey, Luca, so, people ask Kareem about your match with, that guy, Jamalo, and I said, hey, that you gotta take a conference call from Frankie, not from me. Yeah, I mean, you can say we can, after that coronavirus, we wanna, what's the word, special match. Frankie говорит, что после коронавируса, I'll translate for you. Frankie говорит, что после коронавируса он хочет специальный матч, ну, побороться с ним. За малого. And that's for community wrestling, you know. We want to do something because we stop for a while, you know, we stop. Потому что, говорит, наша жизнь застряла. Вот, и хочет как бы вернуться к жизни и сделать какой-то интересный матч для всех нас. А почему именно Жамалов? Почему именно Жамалов? Фрэнки, he asked why Jamalov? Почему? I've been Savolo, and I'm pretty sure Cidado is not coming. So number two now. So yeah, I like this guy because this guy is Taylor. He's like I like this guy. Он говорит, что он ему очень нравится, и он боролся уже и с Соболовым, там, и с всеми. А он думает, что он сейчас номер два, и он очень хороший борец, умный борец. Как у него много терпения есть, и поэтому ему с ним интересно побороться. Я плохо слышу, мне кажется, что Нестер, say it again. I said he knows Cedar Cop probably won't come, but he'll go to the next best thing, which is this guy. А, он говорит, что он думает, что Седоков не согласится с ним бороться. Джамалу как бы сейчас, который бы согласился. А почему считает, что Седаков не согласится? Я думаю, он будет не против. He asked why you think that Седаков would not wrestle. I think we saved him for the Olympics, so he doesn't think... Oh, Nestor, did you hear what I was saying? He asked him why Frank is thinking that Sedako would not wrestle. I'm trying to answer you. That's all I was saying. Oh, sorry, I did not know. Okay. He said that because Sidikov is out for the Olympics, and they know they're saving him for that. He didn't show up to Europeans, and he didn't think he would show up to a professional match like that. Он говорит, что он думает, что Седокова просто сохраняют для Олимпиады, и он бы сейчас не согласился с ним бороться. Вот он же не приехал теперь из Европы, поэтому думает, что Седоков бы не согласился коммерческий матч перед Олимпиадой. А я говорю, что ему очень нравится Джамал, что он говорит, что получился бы с ним очень интересный матч, потому что они оба такие нестандартные. Как оценивает свои шансы в этом поединке? Он же с ним никогда не боролся, он не знает его борьбу. Because that guy is so young, and yeah, who changes the win? Jamala or Frankie? Frankie. Он говорит, что этот парень очень хороший, но он говорит, но я для него это много.